Вы что вчера сделали? Товарищ капитан. Нет, ну как? А? Ну как? Я вас нихуя не понимаю. Это я ведь не старый, а? Я их не понимаю. Ну как так, а? Как так напоить участкового? Как его? Семакин. Семакин? Напоить, нарядить в женское под проститутку и бросить пьяного в обезьянник, а? Ну как? Ведь вы же... Вы не такие сопляки все, вам ведь по 30 лет уже все. Меня в ваши годы уже ребенок был, с женой. Где вы набрали женской одежды? Колготки! Колготки где-то взяли такие блядские! Не, за мамиными съездил. Тебе не в лавы было ездить за мамиными, а? Нет, ну я, ну на крайний случай, ну на 1 апреля, в день юмора, жене вместо зубной пасты горчицы в тюбик вправили. Ну вот же, да? Нормальная шутка, а? Ну, а важно что? И главное похую. То, что похую, тоже похую.